В рейтинге регионов с самыми опасными дорогами оказалась Саратовская область. Исследованием транспортных артерий страны занимался Межрегиональный центр за безопасность российских дорог. Об этом сообщает одно из саратовских интернет-агентств. В рейтинг с самыми опасными дорогами наша область вошла из-за большого количества дорожных аварий. Так, за апрель-июнь текущего года в регионе произошло более 260 ДТП, в которых погибли 42 человека, а получили травмы свыше 300. Примечательно, что еще два года назад Саратовская область входила в рейтинг регионов с самыми безопасными дорогами. Согласно исследованиям центра, самыми аварийными для автомобилистов признаны трассы Московской области. В рейтинг опасных вошли и соседи – Волгоградские и Самарские регионы. Между тем, в МВД России готовится законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за нарушение технологий строительства и ремонта дорог и их содержания. Ведь, по словам следователей, причиной каждой четвертой аварии является некачественное дорожное полотно.